На торжественное открытие нового салона прибыли ценители по-настоящему хорошей мебели. Ведь Истикбал – это 53 устойчивых года в мебельном бизнесе. Туринский гигант производства и розничных продаж превратился в международную торговую марку, растущую и укрепляющую свои позиции с каждым годом. 1000 розничных магазинов в Турции, 198 розничных магазинов в Европе, Азии и Африке, 3000 торговых точек в США. Сегодня мы открываем обновленный Истикбал. Чем он уникален? Здесь мы предоставляем все для дома. То есть зашедший к нам клиент все видит. И мягкую мебель, спальные, гостиные, детские, ковры, аксессуары, люстры. То есть все, что необходимо для дома, все в нашем салоне имеется. Не нужно человеку бегать по разным магазинам, все это искать. Это все можно увидеть у нас. Также магазин предоставляет 20% скидку и подарки своим первым покупателям. Алевтина Калашникова является постоянным клиентом этого салона. Она знает, что такое качество, эксклюзив. И сегодня пришла на открытие со всей семьей. И намерена обновить спальню и детскую комнату в своем доме. Мы являемся непосредственно постоянными клиентами этого хорошего магазина, трендового магазина, где вы можете купить не только диваны, вы можете купить, начиная от детской мебели и заканчивая любыми аксессуарами для дома. Вы хотите обновить что-то, спальню, детскую, что вы собираетесь? Да, непосредственно детскую комнату, спальный гарнитур. В будущем компания «Истикбал» планирует построить на территории нашего региона новый завод по выпуску высококачественной мебели. В этом им всемерную поддержку оказывает Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. Мы поддержали компанию данную, потому что она планирует поставить завод на территории индустриальной зоны Тасай. По планам этот завод должен быть запущен уже в течение нескольких лет. Новый магазин входит в пятерку лучших магазинов. В четырехэтажном здании на площади в 2500 квадратных метров выставлены лучшие произведения мебельного искусства. Ведь Истикбал – лучшее рядом.